трусы, Женя станет крест, Полинор станет квадрат. Ну, то есть вы не строго по этим меткам станете, чтобы раньше сохранялся. 12 метров напишите. Слева, бавка тоже слева, он ну справа. Будрейвен где-то по центру за хилами. Ай, Сан, не сливай Геру в начале, нет смысла Геру в начале. Ну окей, скажешь, когда дать. Давай, ты ж Геру партию вообще предложил. можешь, Геру можешь отдать, если вот любому какой-то пад трэша, но очень хуёво условий, очень хуёво условий будет в любом случае. Под этот пак трэша можно отдать Геру. Но типа вообще ее лучше заставлять на 35%, потому что там уже вроде как две метки вылетают, если не ошибаюсь, по правильной тактике. То есть, блядь, там, ну, если уже сложно забирать раунд, там скидывается пиздец сколько меток. А надо в конце его забить. В начале нет смысла, в начале он легкий. СС-ы здесь бесполезны, если человек встанет, его не прохилит, он опять сдохнет, опять отхилится у Руслана. А, То есть здесь вообще нельзя. Петов, скиньте сюда, под костер, не в милизоне, потому что Кот в милизоне бьет, в милизоне бьет. Кот. Рыбу ставили? Еще рыбу не ставил, все взяли бы фласки. Возьмите фласки на один драйв, масло намажьте. Сосуны об фласки на ДД на милика. Стою сзади. Рыбу поставил. Хапало, то есть Не мили не надо. Не надо станет трэш, ребята. Не надо станет трэш. Вам надо, если бы еще раз объяснить. Надо словить трэш. Нету смысла его ставить. Смотри, чем бы трэш появляется из зала Саурфанг, я же объяснял. Вот, стоит Саур. Трэш появляется вот таким полукругом отсюда, примерно вот так. В этот момент не работает нихуя. Тебе надо этот трэш просто словить. Кучу, максимальную кучу, и завести под ебало Саурфу, чтобы этот, во-первых, фурики, если начинают кливать, там они кливают 4 цели или 5 символов, я не помню. Короче, там просто пиздец будет разваливаться трэш, во-первых. Во-вторых, чем трэш дальше один от одного стоит, тем мы теряем ДПС по этому трэшу. Ваша задача не станет, его не надо, не станет, не бомжей, это все хуйня задача. Поймали трэш, завели под ебало, стали... Панч. Все, прожимаете там свою уклоны, барьеры, хуиры, чтобы мол, трэш максимально спиной не поворачивался, трэш максимально просто, чтобы ты в уклон уходил, парировать это все. Каждый укус от трэша по тебе это плюс рага Саурфа, не забываем об этом. Там правильно это все сделать. И трэш, если станет, это вообще нет смысла. Станет вы, да, его можете, когда он вот уже станет тебя бить. Да, станет вы его можете. Но до этого момента тебе надо как можно быстрее трэш словить и завести его. Все. Ну, блядь, завел трэш, все, там, типа, я не знаю, палы, блядь, дают станы, типа... Ладно, давай а пробовать вас, бить. Да, у вас только один ретрик, блядь, в рейде. Холи паладины не двигаются, стоят в центре. Короче, давайте, РДшники, разбегайтесь на рейндж. Я дал Мавара и до Джанка достаю. Джанк получится куда-нибудь двигаться? Все, отлично. Ты доставать будешь? Подойди ближе ты тогда, я отойду назад. У меня рейнджа прокачана. Подойди ближе. Хорошо, ладно. Потом подкорректируем. Все, наберите рейнджу. Готовность. Короче, Рога, я надеюсь, ты меня услышал. Вот первый шквал, блядь, с патишком быть, да, если не ошибаюсь.
Запускаю босса. Шквал череду под первый, под третий, под пятый, под седьмой. Шквал череду оставляешь. Это такая комбинация, которая трэш просто сливает дым. Да, он шквал работает ближняя цель, очень близко, которая находится. Поэтому танк сейчас будет и хватать под это. Точно, еще шквал. Извини, стой. Хапалош можно в мили поставить, а что-то ибо тупанул, блядь. Пусть идут хилят и манусна. Иди, Санька, твоя будет тогда метка луна примерно, а Полинор будет квадрат, и нам место больше будет бить РТДшником. Давайте, хоп, мили. Сань. Блядь, Сань, я поставил в РДД-зону, потому что в мили и так дохуя людей стоит. Если метка прилетает в мили, там, блядь, Саурф набирает очень много враги. Если хапалы могут стоять на ренже, могут стоять. Когда они сядут по мане, тогда они побегут под Саурфа. Но пока пускай в центре они стоят. Слишком много просто людей стоит в этом. Беса уберите с Саурфа. Он там стоит, блядь. Сань, давай обратно на свои трусы. Отпусти, и Полинор тоже. Саня, есть им этот БСК? Закидывай, если есть. Я лоб отдам. Лишний стресс. Ладно, ладно, ладно. Все, молчу. Тогда трэша, вы словили одну метку. Если так будет, то будет довольно хорошо. Только постарайся еще быстрее это все делать. Еще быстрее трэш. Велик. Велики все свечи трэшно выбывают. Хочешь на трэш. Те, кто не помнит пиво. Стану по трэшу давайте. Не лупите по клавиатуре, мне уже жалко. Бля, сори, я не могу выключить сейчас. Реально жалко клавиатуру. Не первая, не последняя. Ань, ПСК есть? Да. Там. Закидывай. Хорошо. Четвертый трэш, вторая метка всего. Видите, так, дальше идти, будет все хорошо. Изморский залейнер по Гудхелпу, Маша по Полинору. Саурф очень сильно хилит, танки вы очень долго меняете. Он себе отличил 8%. Сколько меток на рейде сейчас? Две. Две.
Ну, меньше, меньше, намного меньше, чем прошлое. 4 метки должно быть 50%. Потом мы должны довести до 35, отдать первую, пустить сауру. Бредом, тяжко. Все, старайтесь отдавать бурсты милики тупо в трэш. Ой. Геру отдали, Геру, Коля. Геру, Геру, Геру. И Коля избавлен. Трэш слили максимально быстро. Все, Машу не поднимаем. Хилился. Нихуёво так. Давай пробуем просто, по-моему, до максимума довести. Будем смотреть. Трэш. Покрасить часы не забывайте. Так, сейчас... Пока только на 18. Саня, нажми массакру быстрее. Сейчас метки капец прошибает. И можешь кинуть по пахлавану второй кто-нибудь, какие-нибудь сейф. Локати, давай этот, соло-сакру по пахлавану. Женя, продли массакру. Есть зубы еще. Подожди, зубы оставим. ПСК есть. Подожди, пока надо разрядить прилив силы, дашь ПСК. Давай, Сань. Из морских как откатится Инар, зальешь его в Полинора. Саня, отдавай зубы по Юи, он танчит. Геру отдавали. Давай посмотрим, до скольки максимально мы выпустим. Все равно трэш очень долго ловить. Надо фанта поставить. Пахован. Прожми массакру. Пахован. А, ты танчишь, не прожимай только. Сейчас. Есть у кого-нибудь массакра? Соло сакру, Саня, по пахлавану. Одна секунда, Мас. По Good Help Войд закастуй гимноману. То есть как можно быстрее сейчас ману съесть. Ходя в палу, можешь регенить ману в миду. На танка повесил метку. Сейчас танки приоритетом очень хорошо меняйте, чтобы еще с одного урока. Да, давайте хититься. Верса через 20 секунд. Уже. Ну, смотри. Но он отхилился за весь бой на 21%. Типа, если пофиксить это 21%, вы его убиваете. Там тютелька в тютельку. Ну, 21% еще пофиксится. У вас он упал. Нельзя вообще допускать, чтобы тут кто-то падал. Понимаешь? Ну, вон, 20%. Давай, нормально. Давай попробуем еще один трай. Просто я первый раз... мы могли ее засейвить, если бы под 100% отдали бы сейв. Саурфа, не двигайтесь с места. Вы Саурфа слишком далеко завели. Да, и в этот потом момент... очень плохо трэш завелись. Вначале хорошо трэш ловился, потом нельзя Саурфа с места сдвигивать, потому что трэш дальше пытается и трэш шлей его будет словить.
А сколько Щел, это процентов, ты говоришь, хилится? За один удар 1% или сколько там по танку? В зависимости от того, если он по тебе кританет, он может и 5% остановить. Кританет по танку? Да. Проблема в чем? Когда вы меняетесь, вот есть каст у босса, он типа меняет руну, когда вот у танка. Смотрите, там вообще типа можно, я не знаю, как вы делаете, у вас один танк постоянно на босс стоит или вы меняетесь? Просто есть тактика, при которой весь один танк может ловить тупо на себя постоянно метку. Просто постоянно на себя метку вешать, и вы даже меняться не будете. То есть один танк всегда зависит на босс, а один всегда с меткой стоит. Тогда вот, подожди, как это работает? По-моему, когда у тебя остается 1 или 2 секунды дебафа, танк, на котором висит метка, ты, вот он почти-почти спал, ты можешь перетаунтить на себя босса, только, блядь, под прожимкой желательно и под ДЦ-шным щитом, схватить метку, и тот второй танк опять тебя схватит босса. Типа, делали так, и один танк всегда остается с меткой. Макс, на X2 это было так. Только с танка спадает руническая метка, через 2 секунды... Сразу же вторая. Нет, ну да. Нет, через, там полторы секунды где-то, секунду-полторы где-то так. Это когда один слабый танк, один сильный так делали. Вот. Ну, короче, все, не, все сейчас хорошо было, просто, во-первых, потеряли под меткой, это плюс сразу же 10% хп Саурфу мы потеряли, грубо говоря. Плюс танки иногда чуть-чуть слакают, и босс успевает похилить 3-4%. Поэтому типа убивается. Я думаю, он убьется спокойно, просто вообще нельзя не терять ни одной метки. И Геру желательно вот под конец оставлять, потому что там реально уже очень сильный урон находит. Во-первых, хилам проще, во-вторых, типа... Давайте, ребят, забегайте, потому что у меня времени немного осталось. Но вы еще потратите, пока фласки есть без меня, там возьмете какого-нибудь человека. В идеале Лока, какого-нибудь краш-теста. А он... Это те... про хил вот этот, те, кто сдох от метки. Да. Нет, это не то, что каждая метка хилит. Не-не-не-не-не-не. По 13 косарей у нас, по 6 копейками лимонов, это мы сдохли от метки, поэтому его прохилили. Но это уже было в конце, когда уже сдыхали. Ну да, ты когда умираешь, метка улетает опять к Саурфу, и он хилит. То же самое, как у нас упал друид. Он просто захилил. На 6 миллионов его, и все. Все, давай, в Акате и в White Spirit заходите. Или вы здесь уже? Что, если здесь, то рыба почему не здесь? Потому что у меня один трай есть, только мне надо уходить туда. Дальше. Без меня разберетесь. Попробуйте еще добить. Сколько у нас шаманов? Что еще раз? Один. У нас один шаман, не этот, не Элем, а Аршам и Сова есть. Можно так сделать одного, как бы, можно Элема сделать. И убрать Сову. Возможно, так будет больше урона. Ну что, решаем, делаем, не делаем? Маша вон сколько надамажила, 9000. Из морски не очень много надамаживал, ему вообще нет смысла спекаться, прыгать в трэш. Или убрать его вообще на... Но он свечился в трэш. Трэш, блядь, не верю. Да, Марухич, давай заходи. Наверное, так. Или не так. Как сделать лучше? Ну, просто два инера так-то есть, а будет один инер. Ну, 13% СПД урона еще. Так есть СПД урон. Дает же сова. Ты можешь кота поменять, и Лем полный урон цепной молнии в трэш бьет. А цепная молния нет, там даже трэш. Даже если ноль. 100% урона дамажится только от роги шквала и от БДК, удар крови. И от вара кливом рассекающий удар. Все остальные скиллы не дамажат трэш. 100%. Давай поспорим, что дамажит цепная молния. Давайте лучше не спорить, давайте просто... Давайте, да. И потом померить с печенами. Говорю, времени мало. Марухич, заходи.
Шквал, вроде, я смотрю, 95 ударов от шквала, вроде 60 тысяч урона. То есть он, скорее всего, занижается тоже. На 90%. Краш-тест. Краш-тест, Марухич, кто-нибудь из вас здесь есть? А, Женя есть еще. Женя, скибиди, заходи. Вот и вся проблема решится в натуре. Жень, напишите кто-нибудь Жене. Типа, хотел бы напомнить, что даже если 0% босс отхилится, то чтобы его убить, надо 285 тысяч до берсы, чтобы успеть. А у нас... Не, мы как раз... Смотри, мы начали не очень хорошо бой, я припот не нажал, я еще это там загрели без этого. Не, там смотри... Рога, там смотри, типа, я не знаю, если они переделали скилл урок, если у тебя реально уже шквал это не физа, может быть, она не проходит, но она всегда проходила. Я, например, когда за Рогу играл, она у меня проходила. Сделайте проще. Бьешь Рогой трэш, стоишь в боссе и кривишь босса самого шквала. Я из Морского уже поменял этот. Возьмите Женя кто-нибудь, наберите. Женя больше из Морского даст. Полинор больше даст. У Полинора нормальный элемент. Женя в фуршишами будет. Ну да, поэтому, блядь, если бы сейчас в идеале был бы четвертый фурик, было бы вообще охуенно. Ну, типа, еще бы трэш бы. Так у нас 4 вара. У нас 4 вара. О, уже. А, подожди, на первом драйве тоже 4 было? Да. Я могу попробовать 5-го вара надыбать. Ну, я тебе говорю. Смотри, фурики — это 100% урон в трэш. Вот просто 100%. Ты просто посмотри их урон и посчитай. Просто каждый рассекающий автоатака вара — это пиздец. Но там трэш падает как говно. Это единственный класс, который просто вот въебывает пиздец этот трэш в саурфе. Если пятого сейчас у тебя получится выбрать... Сейчас, подожди секунду, дай я решу этот момент. Если получится удобрать, то будет замечательно. Найдите как-нибудь связь, пожалуйста, с Женей. Кто-нибудь, кто может. Он же сказал, в другом дискорде на Легионе, так что он вряд ли пойдет. Топовая замена. Он с нами в диссе, в том-то и дело, потому что он шифруется. Я не знаю. Сейчас, возможно... Завтра у тебя, Саня, какие планы есть? Или завтра отсутствуешь? Я работаю завтра целый день. Еще Каругер можно сходить, да? Ну да, можешь сходить. Нет, Армс точно не нужен здесь. У Армса ни вихрь, ничего не передает 100% урон. Здесь отбежал на минуту. Вихрь так не передает 100% урон. Нет, здесь я тебе говорю, здесь вот фурики с символом рассекающий, за у всех символ фуриков стоит на рассекающий урон. Если нет, то желательно это сделать, потому что это трэш. Он очень хорошо падает от фуриков. А на фурика у тебя нет рассекающего удара? Ну вот. Ну, так, вот. Ладно, еще посмотреть, кто по ДПС меньше дает апокалипсис. Удар грома, тем более, да, он режет, не работает. Маша. Блин, Марухич где-то был, еще тоже ушел. На каком он твинке? У нас в гильдии или нет? Раги не хватает сливать на рассекающие? В Армсе. В Армсе точно не хватит. Ну, она же... Он Марухич же в курилке сидит. Да не, у вас сейчас хорошо трэш падал. Вы за два пака ловили, грубо говоря, полторы
Я перетащил. Перекинь Марухича. Марухич, я перекинул. Заходи. Махай Марухич, заходи на Аршаму быстрее, давай. Полинор, давай. Не работает. Полинор, Валема. Маша, давай пока тоже тогда на замену. А, у нас друидовского бафа не будет. Блять. Смотри. Макс. Вообще, как вы считаете, два хп лучше в любом случае оставить, чем Ардрушку добавлять, да? Почему? Нет, Эрдрушку может заменить одного хпала на Эрдру, который будет просто давай, стоять и хохотать метки. Эрдру это очень хорошо. Давай, Саня, тогда в Ретрика, Полинор в Лема, Маша в этого в Эрдрушку. И да, Марухич зашел. Все, отлично. Все, поехали. Так. Блять, по сути, они должны садиться. Если у вас крита особенно, они должны садиться в раги. Но если есть Эрдру, Эрдум может хотать реально просто вара в фуре, как чтобы у них была рага на рассекающей. Почему нет? Ну, такое. Все, ставлю рыбу, давайте, потому что меня уже жена будет скоро ругать. Мы с ней договорились, что я в 3 часа не освобождаюсь. Санька, МК-шку мне закинешь. Ой, не МК-шку, а ПС-ку, понял. ПС-ка сильно очень бафнет по урону и ману сохранит мне. Засмотрите Марухича, Войда, дайте ребаф, Марухич кинешь обмен на фласку. В принципе, если что, еще я могу добрать, наверное, хорошо дамажит Кадама. Тоже нормально ДПС даст, но вместо кого его взять тогда? По ДПС смотри, в чем проблема. Понимаешь, по ДПС... Ну, у нас ДК дамажит. Если Кадама больше 10 даст, можно Кадама вместо ДКшки взять. Но я они по трэшу просто бьют еще. Войд, здесь все, кушать рыбу будем пулять. Попробуем дальше, короче. Да. Дальше вместо меня не заберете Кадаму что-то. Так, Марухич, ты стоишь. Куда я Полинора ставил? Я его ставил, по-моему... Квадрат. В районе квадрата напиши рейндж 12. Ты в районе квадрата, не строго в квадрате. Просто там плюс-минус ориентируйся. Рейндж 12 должен быть. Полинор, ты будешь, наверное, слева, потому что слева людей меньше. Ставим его в центр, чтобы мы доставали до всех рубежей. То что толку, что он тотему унесет вон туда. А есть еще. Так. Маша, ты сейчас будешь стоять. Саня, ты где стоял? В Уне? Я за Луной стоял, потому что тут не 12 метров раньше между метками. Все, понятно. Маша, ты тоже примерно в Уне стоишь тогда. Саня, в районе трусов. Нет. Маш, где-нибудь вот здесь за луной станешь по центру, да еще. 12 метров раньше только держи. Так. Эта готовность будет на пол. Но сейчас было меток гораздо меньше. На 2 или на 1 было, чем в прошлый раз. Сейчас еще плюс вар. Возможно, будет еще один. А чего мы ждем? Ждем готовности. Маша. Все, все готовы. Только пуляет танк, если что. На первой секунде пьете все приплоты. ПС. Нет, рано, подожди. Еще своя идет ПС, скажем так. Две не работают вместе. Давай, Сань. Очень хорошо, кстати,
Сейчас кошелек почти даже 50% не набралось у босса. Да, вообще сейчас я тоже заметил момент хорошо. Как он должен сноситься? Трэш срывался. Заберите трэш сзади, один угад. Стоит, кусает фури, конечно. Ни одной метки за две эти. Очень хорошо вставлять вот такие под следующий трэш, потому что там пока он скинет рагу, трэш почти не передает ему новую, поэтому это еще лучше вот так вот оставлять. Саш, скажешь, когда ПСК будет? Хорошо. ПСК. Да. Ты далеко вводишь пачку трэша. Под боссом ее оставляй. Ох, Будреван. Отлично. Женька, good help, ты первая дашь масса круг. Когда скажу. Полинора, держите, главное. Саня, Сацуна, отдай соло сокру по похвалану. Женя, отдавай массу сокру. Трешку трешу надо дать. А, успел, ладно. Полинора не потеряйте сейчас, его будет больно пробивать, все, сейчас меньше. Я включу фраз доспех и включу припод на этот. На броню меня немножко меньше будет пробивать. Блять, я его что выкинул, что ли? Ну, блядь. Ну ладно, дамаж, просто дамаж. У вас есть эрдру, который должен это все выдержать. Сань, ПС-ка готова. Давай, давай. Санечка, давай. Больше урона сейчас надо дать максимально больше. Меня будет очень больно прошивать. Могу соло сокру дать. Подожди, 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 еще рано. Еще понадобится. Маша, Инер по гудхелпу залей. По мурухе еще, если еще не залила. Вот теперь давай, Женя. Юи, нажми айсбаунд. По Юи только. Соло сокра, ну, сейчас должна быть. А не по Валину, по Вахолану. Так, сейчас осталось соло масса крау похвалана и зубы остались. Сейчас будем через зубы и с масса крау похвалана соединить. День. Берсы еще 3 минуты. Очень хорошо идем. Трэш потеряли. Геру дали. Трэш все. Отлично, весь трэш забили. А, все нормально. Женя, закинь соло сокру по Юи, если осталось. Если не осталось, нет, то Саня. Саня, Бакати, нажимай похвалан. Нет, похвалан нельзя отдавать. Зубы по похвалану, Санечка. Блять, сейчас Юи держит босса, ебать. Надо Юич
Юй, что-нибудь есть за сейф? Махуан, Мастер можешь отдать, Махуан. Сейчас меньше будет пробивать. Женя, иди в мумилизон ману. Ману восстанавливай. Без маны почти войти. Чудовище подведи. Сань, ТСК есть. Ребята, мирики, оставьте все бурсты под следующий трэш. Сейчас оставьте бурсты под трэш следующий. Его надо как можно быстрее снести. Так, у нас еще один, по-моему. Саня, пока не так сильно пробивает, закастуй гимн ману. Сань, ПСК есть. Угу. У кого есть какой-нибудь сейф? Сакра. Мас? Мобики, все в трэш. Нажимай. Уже можешь нажимать. Я там словил очень много раги. Все, артов макс сдох. Ай-яй-яй. Но хорошо было, очень хорошо. Я сейчас пойду талант перебью еще. Блять, мне надо уже убегать. Ладно, я сейчас жену говорю еще 10 минут последний. Давай перенесем день и будем травить вместе. Да, тоже. Давай на другой день, мне туда отойти уже надо. Так еще один трай сделаем. Че, 5 секунд еще последний сделаем, фласки все равно висят. Че, так просто раз... Не, я не улетать не буду, ладно. Сделаем просто один трай. Сейчас, возможно, еще один вар освободился. Он тоже неплохо дамажит. Блять, очень плохо. Нам надо не терять трэш и давать на 30% гилдов. Это вот сейчас нужен урон, пиздец и прохил. Да, сейчас вара еще спрошу, убиваем с ним. Доберем вара. Все, упадись, все равно берса сейчас будет, не хильте больше. Этот берса, сейчас я еще раз у него спрашиваю. Самого слабого дэшника наберем. Мне кажется, нам все равно не хватает. Процентов 3-4, может, не хватает. Тютелька в тютельку. Если вы пытаетесь еще на уборе, то вы еще быстрее будете трэш снимать. Плюс кто-то поменьше дамажит. Апокалипсиса можно будет поменять. Локати больше дал, чем Санька. Санька, как так-то? Я не лил последние 40 секунд. Плюс я тринки надел. Тринки что надел? Я сожжение не надел. Надевай. А я наоборот. Видишь, счет? Да не, это дурачок на дженке говорит про меня, нахуй. Ну, там без проблем. Ты просто вспомни предыдущий ДПС, я сейчас пас поменял сейчас. Все, давайте этот потестим. Трай сделан, но уже хоть надежда появилась на убийство. В среду будет в любом случае допронос. А ты один хер, я начну эльф, блять, фуриовать. Так, Марсес, в принципе, ты даешь немножко меньше, чем я. Да, но петь так лучше стало, не сносить трэш. Да. И тогда он умирал, просто сейчас заметно меток меньше. Пятого, если поставить, я думаю, вообще хуйня. Ну, в принципе, оно и так убивается. Вот, да, вот единственное, это что метки падают. Не, метки нормально, засейвим. Просто сейчас из-за того, что там много рага очень... Вот, когда метка сдохла, когда рага пошла очень быстро. И, ну, Пахлан забрал на момент босса, и в него зубы закинули, а потом Юй забрал, и получается, Артов Макс сдох. По ощущениям, что три холи пала и два масхила. У нас Пахлаван только трэш держит, я босс, он подметку забирает с меня, а я таунчу обратно. Почти весь бой я держу. Я понял, Коль, просто смотри, момент был, как раз начал он нас сильно прошибать, я в Пахлавана закинул, видишь, я ошибся. Можешь мне, кстати, Ване минус ли падать. Бля, я не помню, еще был один, кстати, момент, Саня, но это надо глянуть. Короче, через которого метка летит, да, в Саурфа. Вот, например, я здесь стою, да, и, грубо говоря, периодически в Саурфанга от меня отлетает такая хуйня, типа, видел, типа, летит в Саурфа. Ну, шарик красный.
Да. И те, кто стоят перед этим шариком, я заметил хуйню, что они дамажат. Вопрос. Если он продамажит цель, которая стоит спереди. Для этого и собирается тоже ренжа 12. Мне интересно, энергия залетает в Суров или нет. Я вот этого не могу никак момент. Если она тоже дамажит, то надо их вообще полукругом ставить. Я не могу сейчас... И медиков с другой стороны, да? Чтобы через них не пролетало. Да, я, во-первых, не могу дамажить. А во-вторых, это, поэтому собирается ренжа 12. Видишь. Ну, вообще, в любом случае, у меня только один трай есть. О, краш-тест здесь. Так, апокалипсис дает баф на АП. Сейчас ты шаман, который подошел ко мне близко и с меткой первой, я так понял, у меня дамажил. Апокалипсис, давай пока на замену, краш-тест в рейд. Еще один лог есть. Можешь меня заменить, в принципе, я по трэшу особо не играю. Ну да, давай. ДК не надо тут заменять. Не, пал. Эмобой, ты здесь? Плюс они, если здесь. А вы что, от мириков избавляетесь, да? Ну а толку? Все, эмобой. Эмобой, заходи в рейд, суманите эмобоя. Ну, это все равно 500к, трэш, если сложно сравнить. Вот. Бля, что тут? Кто завтра в кару пойдет? Я бы сходил, но у меня ИВК нет. Десятки? Да. Ну, закроем. Я это, вышел, ссылка. Я с радостью пойду. Слушай, не знаю, в 13, может? Раз там рейдов нету. Можно пораньше. Ну как зайду там, если настроение будет. А то третий выходной. Да. Давай после рейда и к Оню десятки замутим. Ну, можно. Мне в Виклик сделать. Смечья. Раз. Нужные шмотки куплю, один раз. Он и вообще попрет. Эмобоя краш-тесты засмоньте. Трай. Ну, я тебе говорю, если вы следующий упретесь в этот, попробуй по этой тактике, но она тяжелая. Эмобой, кидай обмен за флаской. Давай быстрее только. Эмобой, ты будешь стоять слева, держишь, напиши рейндж 12. Должен держать всегда рейндж 12 от людей. Пахлаван голос просит. А у него нету голоса, я ему вроде давал. Как ты там подписан? Также похован? Сейчас дам. Да мы вообще можем переходить в обычный канал, если удить не будете. Надо попробовать еще раз заново. Чтобы вы не начали всякие отношения выяснять. Что там? Что свои есть? Плюсы есть как. Еще один трай сделаем, да. Ну, давайте делать. Сейчас будем. Саша. Да. Все просеивают. Бывают такие. У него тайминг, короче, очень кривой, это он с варпангом. Бывает так, что. Мы, ну, грубо говоря, я таунчу 0 секунд, да, у меня проходит метка, я сразу на себя его беру, он вешает метку. А бывает так, что даже он на 0 секунде вешает на Юи метку, мне приходится его держать. И трэш еще держать в этот момент. Там, вот. Короче, да-да-да, когда метка вешается, она всегда висит. Не знаю, на X2 я не замечал, но там вот, у тебя не пала метка еще, но он уже новую может повесить.
Да, ты выиграешь. Да, ладно. Честно, нет времени это обсуждать, честно. Давайте, ладно, Сацуна, возвращайся, расскажешь, Терш не летит. Честно, просто надо уже, меня уже жена пиздюлей. Заходи, Женек, ко мне начинать. Я это к тому говорю, что если он все-таки поместит ветку, ой, метку на Юи, и босса буду держать я просто скажу пару слов, что босса держу я, на меня сейв. Давайте, они на Юи. Окей, все, а все остальные, не вопрос. Остальные сейвы все на Юи, все. Все, не вопрос, отлично прям. Давай этот бить, шансы, кстати, у нас есть. Если все сделаем качественно. Но это попотеть, конечно, для сына. Если сделаем все качественно, шансы есть. Рыба в поваром кока нет. Все, готовность на пол у нас на первой секунде именно танк гуляет. Рэндж 12 все пишут, эмобой. Держишь рэнджу, стоишь слева. А, стой, стой, эмобой, скинь Маш. Пета туда. Да, пета скинь туда, где тебе сказали. Ну побегай, побегай, Маш. Вон сзади ж есть свободное место, что тут? И кто скидывает пета, вы не забывайте направлять его, чтобы он бил босса. Паладинами вы можете поставить все ауру на броне, разойтись только, и жать мастера, чтобы меньше било рейд. Убьет только физухой. Давай так и сделаем тоже, Сацуны, Локати, только сосредоточение пусть ставить, Женька, да и все. У протопала аура прокачанная, и мастер аура ее не перекроет. А, ну... Рэндж разойдитесь, чтобы не доставало его ауры, и поставьте. Сань, ну что там? Марсель, смотри, ты отсюда достаешь? Хочу стать между вами здесь. Шамка, все, давайте, короче. Подбеги. Готовность. Калинор, все готовы? Отлично, так, все да. Готовы. Ганг, я сейчас подвигаюсь. Пробую. О, все, я не достаю. На первой секунде. Ну кто? Ну зачем вы так пуляете? Раньше, на слове пул. Минус припот один. Ладно, спокойно. Сам крикнул, сам успокоился. Ну так, так и надо. Я ж виноват. Юй, лови трэш. Юй, лови трэш. Сань, поездка? Да, давай, забыл. Про нее совсем. Мобой, Ctrl 1 нажми, пускай твой пет бьет тоже с аурфа. Мистер Бонд. Так, сейчас Юи на боссе будет, да? Пока что. Сейчас на Бонд, да. Ну, пока еще не сильно пробивает, он ближе к 100%, когда у него. Да, сильно пробивает.
Сань, поездка. Закидывай. Мистер Бон, ты сейчас не играешь в трэш. Играешь чисто в босса. Сейф по Юи. Давай соло сокру. По похвалану. По похвалану, все. Или же скину. Я минус 50, не поражался. Хорошо. Тогда танчи. О, вообще не пробивает. Минус 50. Хики, отлично. Милики. Закидывать на миликов. Если он будет на миликов кидать, будет хорошо. Трэш один пошел на Машу. Бегает. Дальше Юи айсбаунд будет с тебя. Пока что еще рано. Юи, нажимай айсбаунд. Попахуан уже на соло сокру. Отдавал уже. Вакачи тогда. Юи танчит. Мне показывает, что ты. Потому что босс багается. Я понял. Ну тогда подсказывай, мне показывал, что ты танчит. Где метка? На ком метке? Я вообще не понимаю. Не напомню. На шнурки повесим. Пока что на миликов вешает. Миликов меньше пробивает. Хорошо. Сейчас на Юю. Все, пиздец, он вот там. Блин. Он... Что, я сейчас не особо понял, что вы имеете в виду. Сказывайте. Пока нормально, немного прохитился, наверное, да? Да. Так, Женя, у тебя массакра же осталась, да? Да. Хорошо. Саня, ПС-ка. Дожимай массакру, давай ПС-ку. И мастер аур на защиту от Шацуны давай. Хорошо. Райянский. И ты быстро забрал. Так, Маша Инер зальешь. Она уже заливала. Нормально. Ну, следующий тоже можешь по себе залить. Мелики, сейчас будут. Ты оставьте свои на трэш. Один трэш пошел в РДшку. Альбос забить. Похлован. У тебя массакра осталась, если есть, нажми массакру. Вакати сокру по Юи. Когда босс кинет, нет, это оставляет пока. На меня перед. Макс, у нас еще Гера есть, если что. Да, она оставляется пока ее. Пока вроде нормально идем. Меня прохильте только. Надо сейф какой-нибудь по похвалану. Нет, по Юи, по Юи. По Юи. Давай по Юи зубы. Отдался. На 100% нужно будет тоже что-то сжимать. Войт, жми гим на ХП. Шнурки поднимите. Хорошо, сейчас Геру дайте. Блять, он... И максимально быстро сейчас трэш слить. Все отлично, 100% прошли, сейчас чуть опять. Ууу, блядь, сейчас гудхелпу ничего нельзя будет прожимать, гудхелпа не потеряйте, главное.
меня вместе с ним. Женю Гудхелл попросил. Сейф по Юи нужен будет. По Юи, да. Меня прохил. РДДшные метки сейчас сейвится тоже. Все, все сейвы по Юи скиньте. Мавар, нажми гим на ХП. Блять. Трэш. Меня сложило. ДПС не хватает, сразу говорю. Еще 10% от этот нахилили от меня. Не убил. Все, ладно, не важно. Хватает ДПС. Давар был бы еще один, может бы убили. Смотри, так 15-20 ДПС бы. Ну, ты смотри, там 10 секунд до берсы и убить еще 18 лямов. Это прохилили. Я смотрел до того, как прохилили. Смотри, до того, как прохилили, у него оставалось там 19%. 16%. Не-не-не, я смотрел на моменте 19% и было около, ну, сколько там, около минуты. И это с учетом того, что его он об метку рунического удара прохилился 1-2 раза. Короче, все, на среду допронос. Как раз до среды есть время немножко приодеться. Этот, еще всем. Все. 16% не хватило. Просто именно по ДПС. Чуть-чуть прям. Из-за этого ошибки недопустимо. Все, ладно, надо бежать, а то у меня уже пизделей получать. Удачи всем. Ты ИП давал? Начисли ты, пока еще никто не вернул. Или Ваня пусть начислит. Начисли за троих, где-то 1300. Мавару же делал. 1300, да? Ну, Мавару отдельно еще 300. Итого сожрется 20 банок. Блять, ну странно, конечно, там даже... Что-то мне кажется, что можно убить его. Че еще раз? Мне кажется, что хватало. Да, я говорю, малейшие ошибки и не хватает. Тут прям, если вообще все ровно сделать, то возможно и получится. Если прям вообще все ровно сделать. А там чуть-чуть там бомжей не собрали полностью. Потом на рунический удар он пару раз ударил. И вот они, эти 15% ХП, которые он отхилил.